20-й трай, блядь. Люди так и не знали, что надо подходить, 30-го блядь, года. Под что я найду, может, свою... Прикинь, в 30-м году халеона фармить, да? Еще 7 лет осталось. Через 7 лет удаляем игру, нахуй. Почеты в 30-м году. Еще вон Феникс, нахуй. Куда вы пошли? Да, пошли обратно, нахуй. Алло, блядь. Тьму, да, уже сотая лоялка. Угу. Плюс 30% к урону. Там у Вайда уже, блядь, пенсия от Сируса будет. Натуре. В виде воронок. Воронки реально, блядь, будет раз в месяц давать. Буду торговать ими, как пирожками, нахуй. О, у меня есть с этим. Блядь, Гарри Поттером. Будет такой, разработчики, пидорасы, где моя пенсия, да? Угу. Если только это не винтитель, блядь. Потряхивая... Я на вашем проекте играю 10 тысяч лет. Потряхивая черной палкой с набалдажником серебряным, да? Да. Слушай, у вас какие-то такие еще адекватные. И зубы, зубы такие, стаканчики лежат уже. Да, зубы в стаканчике. Да, ну, водка, блядь. Надо было-то гильдию называть. Вот, сделаешь меня в Хогвартсе? Мы купим. Съебал, нахуя. Ща я вкинул. Это чё за чёрная магия, блядь? Где, где, где? Жак Энтони на выпускном. Это вот персонаж Хогвартса, который вот вкинул. Легаси. Ёбаный. Блядь, я растворил, нахуй. Не, нихуя, вот это в Матрице вообще неплохая тема, кстати. Все, Вилади удаляй там. Типа такой, алло, нахуй. Типа, блядь, этот, как его там звали, Тэнк, ну этот, блядь, веди меня, нахуй, куда идти, нахуй, этот оператор-то, который был. Не, ну так-то этот, Джейден Смит хороший актер. Ой, бля, Вилл Смит там молодой на фотке, кстати. А еще эти, шпаги скрещивал, блядь, еще когда вы... Кто такой Джейден? Кто такой Джейден Смит? Это он, что ли? Это... Пятёныш. Да-да, вот. Пиздец. Джейден Смит — это сын Уилла Смита. Карате, еблан, блядь. Помню, помню такое кино. Ну такой дрищи, блядь, пиздец. Как что, он там? Покормил бы его бабушкиными пирожками? Нахуя второго спулили? Господи, нет, бежим! Пуля в мозгу. Что? Спулили, блядь. Спулили в мозгу. Где-нибудь, нахуй. Где-нибудь? Так это уничтожитель, а не часовой, нахуй. Это обычный, это вообще. Нормальный коммент. Глеб. Блять, захиливайте, ну ёбаное все. Заберите, заберите. Ну шо, блядь? Не успел докастовать немножко совсем. Неплохо, шофер. Да, это неплохо. Такой бросик. Это, блядь. Осталось Глеб еще круглые очки. Это из Пуффендуя, чел. Ёбаный в рот. Ну, блядь, скопировали. Надо все подать. Бля, ну следующая да, тоже да. Нормальная. Надо по нам подевать. Чёрный, что ли, блядь? Понимаю, блядь. Чё, Вилания? Ну, чёрный, говорит. Ты смуглый или чёрный, я не могу понять. Первое. Ну, все готово. А, ну ладно. Не, выглядит так, как будто, короче, ты реально, ну, ну офигенно. Блять, а есть же фильм 50 оттенков черного, или как, или белого, блядь. Он мой тоже поплыл, походу. Будет, блядь. Есть же, машина, ёб твою мать. Там про какую-то это... Блять. Там про то, что, блядь, на задних партах происходит. Да. Да, ты перепутал, вот. Ну что-то такое, ну. Ну, для женщин, короче. Не, ну там негры, короче, были, там... Это... И там вот это вот, чё, 50 оттенков, типа, блядь. Это пиратская версия какая-то была, блядь. Это типа наебалово, да?
Сайта Pornhub, я так понимаю, да? А, здесь авторская работа. Авторская работа, реально, блядь. Это... Как это? Ремейк домашний. Косплей, блядь, косплей. 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 А воронки что, из лута убрали? Да пиздец. Да, да. Из боссов тоже, кстати. Вот это вообще... Все, теперь только за донат. За пончики? Nice. Спасибо за донат. Жалко, Катриси нет, я, да, поговорить не с... Пиздец. Сейчас бы на гитарке нам сыграл, пока трэш бьем. А ну, ты на чем, на барабане? На гармошке. Ты будешь на барабане. На зубной гармошке. Или на дудке. На кожаной флейте, давай, блядь. Смешно, пиздец. Шутка за 300, блядь. Ну. Сколько лет Орелла, такая шутка. Сколько же тут мобов много? Так, а что-то у меня нет ассистов никаких, да? Ну давай. В разные стороны разошлись. Давай челлендж, всех сразу пулим. Да, всех сразу. Челлендж, блядь. Давай в против конспекты отдаем, там сидел. Да, я понимаю, как убивать мобов. Мобоу. Когда они будут луч посылать в моба, дадите ему стан. Вот, вот, да, такой вот. Этому дам. Этому дала. Этому дала. А этому не дала. Нормально? Начальник. Забей, там скоро уже. Да подумать. Это без долго кастуется, а так все нормально. На мной на форме же побыстрее. Пришел как-то раз сталкер к доктору. Ну и сидит такой, доктор осматривает и говорит: хорошо, хорошо. Доктор, доктор, а что хорошо-то? Хорошо, что не у меня. Смеемся срочно, а то ГП даст. Так не смешно уже, блядь. А твой? Да там просто все сдерживаются. Ну да, блядь. Да, да, пацаны. Гибло трескается, нахуй. Реально. Да, там уже весь экран мокрый. Что? Или... Чё-то, Илан, ты не как-то это... Не в тему. Все, ну-ка. Он на гармошке много играет, слюнями экран забрызгал, все нормально. А-а-а, все понял. Вопросов нет. А на чьей гармошке? На кожаной флейте. Опа, опять эта шутка. Как же она закрадывается в умы, ебать, пиздец. Там кто-то с окна прыгнул. Просто, просто кошмар, заразный, блядь, юмор. Прекращайте, нахуй. Гомосексуализм уже 70-х годов болезнью. Является, так что. Годоу. Так что все не считай. Году. А ты какого года рождения? Че, кузнеца бейте, че вы, блядь? Какого года сам? Ну столько не живу. Нормально. Я это, 90. 11 сентября день рождения. Да, 2001 года. Близнеца убили, блядь. Это в стене стойте там, не отлетайте в центр комнаты. Пинк Флойд, да. Стена. Пинк Флойд стена, так. Да. Breaking the Wall. Это ссылка на ложь. Кого? Englishman in New York, ебать. Да, Эд Стинг. Эд Стинг, так. Ты чё, блядь? Стинг, да. Там проверка возраста у человека происходит, он сам себя проверяет. Угу. Тест на пидора. Стинг снимался в Дюнинах. Было. Это вообще кринж. Какого, 85-го года? Да. Я тот фильм не смотрел, блядь. Кто знает. Да он душный очень. Мне 2000-х нравится. Вот этот новый тоже параша, блядь, душная, нахуй. Там это, залупа бразильская. Все параша, где не снимается с Этхом. И Козловский, блядь.
Козловский в Викингах, это страшно. Козловский, блядь. Это... Что там, блядь? Слав, ты, кстати, танка убила, алло, блядь. Заберите. Худринг сбит, а только в центр не отлетайте. Спрошел про фильмы с гонками, там, где Стэтхэм снимался. Это смертельная гонка, по-моему, называют. Нормальный фильм, кстати. Да. Смертельная бебра. Мясной, если не сильно смешает. Смертельная бебра, кстати, тоже неплохо звучит. Давайте этого большого объема. Кликуха одноклассник. Какие-то у тебя молодые очень одноклассники есть, у них такая кликуха была. Молодой, что? Ебать, нормально вам так. Чё, летать, что ли? Да. Походу. Выбора нет? Выбор есть всегда. Выхода нет, блядь. Выбор есть всегда. Чушь. Павел. Выбор — это иллюзия. Я понял. Ты не ищешь окольных путей, да, Морфеус? Дихотомия добра и зла, да. Бобрюс. Здесь понесло, ребята, блядь. Это там ПТСР, блядь. Я говорю, это концепция индетерминизма и детерминизма. За кого ты? Чего, блядь? Кого, нахуй? Ну это, блядь, про выбор, алло. Свобода выбора. Как говорится, есть или отсутствует. Послушай меня, мальчишка, и запомни мои слова. Я пережил твоих предшественников и тебя переживу. А у тебя реально фраза выписана из фильма? Да заебал, нет, нахуй. У него просто в память какая-то откладывается. Я вот четвертую посмотрел. Так, внимание, минус один танк уже. Так, сейчас будет минус второй. Сейчас будет минус рейд. Внимание. Вы мне вот скажите, вот вы, ну, мыслить умеете как-то, я не знаю, блядь, хотя бы. Со вспышкой сфоткали. А пиздеть вот от мешки выручить, как бы, блядь. Вот любой даун может попиздеть всякую хуйню понести. А почему нельзя сделать так, чтобы не сдохнуть на этих мобах, нахуй? Падайте, нахуй, хули вы бегаете. Падайте, все, встаньте на месте, падайте, блядь. Бичи, нахуй. Ну, потому что диван, нас, диван только в кого-нибудь. Потому что мозга дохуя у кого-то, нахуй. Кирсори, сразу там на выходе спекайся про товары, нахуй. Умрите, нахуй. Кто там, блядь? Или вы что думаете? Как это? Быстро, блядь. А там что-то мобы долго думают. Или вы что думаете, как это? Ну, как говорится, там водяком не умирает просто. Нет, пиздец. Что-то тебя не отпизживают. Очень свейдились. Не отпизживают. Все, свейдились, давай массрез. А что, мелкого успели, да, зарубасосить? Да, мелкого успели. Кто бежит, бежим, кто лежит, лежим, нахуй. Кто лежит, лежим. Безумно можно быть. Ставим рыбу, ебать. Тыкаем на рыбу, история, тыкаем на шкаф. История, у тебя есть пару минут, базу, ребята, блядь. Все записано, блядь. Открывай фотошоп. Не хочу. Картинку вода, да? Надеюсь, этот волк с кривым носом, блядь, вот этот. Это вы про трусы с волком, блядь? Чего, блядь? Не-не-не. Тыкаем на сумон, блядь. Про товар ты там готов, блядь? Я пойду потыкаю. Дальний твой, ближний наш, нахуй. Я тут, блядь, у себя, блядь, в этот... Там, у себя дома. Фотку Войда нашёл, блядь. Актуальную, сейчас кину. Блядь, мне как-то делать... Можете Джерса поставить, пожалуйста? В этой, как он называется? Спасибо. Блядь, Tomorrow Sunday делали как-то... Прикол там был. Тип негр это. В арбузе, да. В этом. В арбузе был у него голова. Ну, типа шлем из арбуза такой, блядь. Потом мне его пририсовали. Мать ржал, да. Потом там все себе сделали на аватарку эту арбузную голову, эту меланхэт, нахуй. Мне в ДЦМ? Да похуй, я хуй знаю. Конечно, да. Окей. Конечно, да. Мастер и Транквилла, да, утонули 5. Да. Ну что, Кирсори, ты готов? Смывай, блядь. Дальний твой, нахуй, ближний наш. Механика в бан, блядь. На счет 2, пуляем. 1, 2. Нормально. Хуярим переднего.
Так, Кирсури, чтоб не сдох, надо ему частицу дать. Так, наверное, он точка килл. Механик почему-то бежит в рейд на бидона, дам ему стан, наверное. Не восприимчивость, я понял, нахуй. Так, надо захилить рейд, пока еще второй выстрел не произошел. Видите, протовар, оказывается, решает. Спасает рейды. Протовар имба. Протовар, блядь, на туре. Название такое смешно. Заханыч, где твой протовар? Только для этого протовар нужен, для другого он нахуй бесполезен. Только вот этого баба подчитывал. Он не похвалил и обосрал. Понял. Первое. Ой, ебать. Это из-за того, что протовара спекнули по-любому. Кто танчил, тому и воронка. На туре нахуй. Ну это я, блядь. Я понял. Это я сказал тебе спекнуться, поэтому мне воронка. Хорош. Это мужики сапрот пьем? Или СПД? Да, да, сапрот. А можно тряпки сапроты? Так, это деду нужно. Сейчас с мобов убьем. То же самое, дальний твой. Одного, блядь, кузнеца Фир этого, бан, блядь. И ближнего бьем. Так, кто там? Бегите сюда, чего вы там стоите? О-о-о, спасибо. Моя бегите, бороться. Нет, она тебя сожрёт. А, Агри Лингрен, переднего, иди второго Агри. Если взрыв там будет кастовать, он большой, то просто отойдите. Вот, перезарядка. Вот этого пидора заберите. Блин. Кузнеца ферните, чё вы, блин, не можете фернуть? Вон, блядь, в стан дал им. Механика еще раз бан. Разъебывайте мелочь. Про товар там нужно бесконечно держать. Да, не то, что может удержать, он его может и ёбнуть. Только долго ждать придется. Что ли? Ну так, бать, он мычит, мах. Ну не так, пожестче. Таким демоническим, знаешь, мыком нахуй. Чуть-чуть полегче, нахуй. Таким быковатым, знаешь. Муна. Ну почти, почти, почти. Так, что там у нас? У вас есть на АП? Отойду на минуту. У меня 9 штук. Так, 9 штук. Ну, давай 5 еще добавлю. Там, в принципе, миликов должно быть не так много. Так, что, в 3 танка? Или в 2? В 3, нахуй, да. Так, сапроты. Вадикон, у тебя что там? Есть? Я просто могу, если что, прыгнуть на шамана. Разбежал. Не-не, у меня нет ничего, что. Ничего не давали. Все равно, как бы... Леха топ ДПС вообще, как бы. Ну, уже не топ. С другой стороны, тебе второй кусок надо тоже. Так, а Вилания же по очереди следующая. Я не буду забирать. Так, Вадикон, СПД. Водикона СПД, ну, берите, ладно. Кому надо. Лучше апокалы полутаю. Припоты себе готовьте. Понял.
Так, вот тебе нахуй дринк еще 5 штук, там если кто будет брать. Так, тогда я ДД-шмотки одеваю. Нахуй. А, танки. Так, сапроты. Кто там будет с хилов пить? Хилы все, наверное, будут, да? А кто будет? Эя еще, наверное, и Пасифея. И Ляночка, наверное, да? Так, ну на, короче, сапротов штук 7. Раздашь, кому надо будет. Сапроты у Мурлокоса. Я пока эти напишу, как они называются. Кому надо, кидайте трейд. Ты и вы напишу. Надо мало подапать. Кто там дышит, нахуй? Он Корея. Рыба. Все, больше дышит. Никому. Так, считаем сейвы. Хпалы. Так, что, 2 попало, да? Да. Вот. И попал. И так, Захарыча в обычный спек спекнуть, без купола, давай без его пройдем. Или подожди. А Юля с куполом сейчас нет? Ладно, похуй. Так, незыбка. 30-я незыбка вела. Шан. Так, я пошел. Так, 45-я войд. Так, сейчас подожди. История пришла. Хорош. Так, 60-я варахиель. Минута 15 холидринг. Минута 30 Ленинград, да? Так, ты с куполом, Заханыч? И Влаш, ты с куполом, нет? Где оно там? Так, без купола, да? Сейчас, подожди, сейчас я посчитаю. Так, престов сколько у нас? 2 всего лишь, нахуй. Заханыч тут, нет? Где он там? Ладно, давай Закханыча поставим, пока сейчас посчитаем. Так, тут у нас... Так, есть. Чё, кто первый на буф? Давай я. Такс. Чё у нас, Юля, Ленгрен, ты, да? Угу. Да. Вот, Варахиель. Потом Хлидринг, потом... Так, я пока шестую пати кикну. После Ленгрена Закханыч. Так. Транквилла на хп. Ну да, это так, Заханыч. Леха, у тебя есть банки? Ну да, я пью потихонечку. Масло дать? Не, есть. Он про игровые. А есть масло на СПД? У кого там? Боже мой. Я вот что думаю. О. Транквилла. Какой тренку одеть за место пламени? Или пламени, ну, тоже, в принципе, нормально. Ну, Карена есть. Этот, ну, ивентовая. На АП есть. Ну, у меня это на крит, на АП нету, на скорость есть. Фетиш есть? Нет. Так и здесь. У тебя этот, как его, выбор. Есть же? Нет, нету. А зачем мне лучше накрыть, мне кажется, воткнуть? Что, мне зону антимагии ставить? Да, или да, 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 ставить. Ну, бери тогда пламя. О, пацаны, с богом. Или это лучше все поставить, короче, этот знак, ну, за ОД, который, блядь, скорости дает, и 400 апа постоянно настакивать. Попизжи, наверное, было. Ну, да. Рун со скиллов. Так, ну я написал, получилась вот такая хуйня. Сейчас свою фудилку скину. Пинь, ага, я заскриншочу себе и заебись все будет.
Так, наша купол. И на второй монитор, да? Ну да. Так. Ой, я нажал, блядь. Я себе просто сейчас Discord на второй монитор выведу и все. Специально тебе покупал для Вова. Да, у меня монитор второй уже, сука, года два, наверное. Я разве прям дает не больше, а горячее, ну, это как его. ГБЗшка. Понимаешь? Так. Пламя периодически прокает. Фудилку скинул, значит. Ну там как получается, нормально. Значит? Как обычно, да. Незыбка на 30 секунде вилаши, потом 45-я Войд, минута Врахель, минута 15 Хулидринг, минута 30 Лингрен. Все, и дальше мы подкату даем. Дальше минута 45 Закханыч антимагия, 2 минуты антимагия вилаши. Все, и дальше мы просто по КД даем. 2.15 Шалфир на ХП дает, и 4.15 Транквилла на ХП дает. Все, и дальше у нас просто уже до 6 минут сейвы есть. Такая вот тематика. Так, рыбу надо еще кому-то? Так. Я сейчас я гляну. Да, 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 надо, надо. Там половину не поела. Но... Есть. Так, Хана, читать пожри. Эй. Что это за ЛКшные фласки? Я вижу. Вот как ханы. Вика сифилис без банки. Хукмастер без банки, без масла, блядь. Я ее перед полом съел. Не жду. Так, все, я здесь. Закханыч, сядь, пожри. Да, да. Масло, БКшную банку. Так, напомню, значит, вы этими... Хулидринг или кто там, кому удобнее, сальвами командуйте. Когда сальвы говорите людям, вы этот самый... Так, сейчас. Сальвы на ДКшников не надо кидать. Навара не надо кидать. Ну, чтобы понятно было. Эти люди могут протанчить этот момент. Вот ДКшники из Незыбки. Поправка на ветер. Мы когда срываем, панцирь Незыба и по танков, да? Да. Угу. Да. И разворачивайте его. И зубы Транквилла. Если у тебя Вуду, добавь себе Незыбку в Вуду, блядь. Зубы ты даешь на 2-3 секунды до окончания Незыбки, нахуй. А не в Незыбку, нахуй. Потому что, ну, оно он хорошо проживет, но... Так он меньше времени протанчит. А зубы они и агро снижают, ну, дамаг снижают на 40%, еще и агро скидывают. Но он пока под ними будет стоять, и незыбка кончится, он под ними не сдохнет, и агро еще с него слетит. Хорошо. Частицу что мы с тобой будем на этого кидать? На пассифею, да? Пассифею. Давай, чтобы двойная безопасность. Да-да-да. Ты хуй знает, блядь. Подождите секунду, не пуляйте. Я понял, нахуй. Все, погнали. Так, сейчас я еще раз... Там Вархель одну минуту говорит. Там Вархель, да, что-то срочно. Я на 45. Вархель здесь. Я здесь. И на раньше стоит, да? Да. Ок. Припоты? Опа. Чё? Сало, чё? Ёбан, из-за сала. Сало? Я не поймал. Не зыбкая вилоша. Блять, я таймер проебал. Она дала, нормально. На 45-й сейчас я буду давать. Ты говори, кто? Следующий. Да, просто говори, кто следующий. После... Да, я понимаю. После боя, да? Все, я нашелся. Врахель, такра. Лингрен отдаю на пол. Да. Поля дринг с экрана.
Ебать, сколько я клэпов простоял. Линген, сакра. Меня на полу может не сдавать. Okay. Куклу я поставил. Юля отдал, да? Можно было в два танка. Антимагия вела еще. Играем, играем. Тихо. Визор, вырубите нахуй. Шалфир на хп. Блять, выпечите микро, но сбивает, пиздец. Морло. Я уже понял, что у меня. Сука, я вас заберу всех, активацию на мечи. Мы в гостинке сидим. Незыбкая, Вилашин. Сакра воет. Лингрена на пол. Дал только что. Сакра, Брахель. Сакра, холи дринк. Сакра, Лингрен. Быстро, БР. Вадикон, резай его. И быстро вставай. Быстрее, быстрее, быстрее. Убав по нему. И нера один в бидон, один в архи. Антимагия вела, шестой. На полу в Лингрен. Танкил на хп. Смотрите, в 4. Вилаша, незыбка. Сакра воет. Вика Сифилис танчит. А зубы по нему съесть. Сакра, Брахель. На пол в холи дринка дай. Сакра, холи дринк. Вентилятор не зыбку прожим. Сакра, Лингрен. Два сейва, дальше Берса. Вилаш, антимагия. Секунду, Берса. Все, Берса. Можно два танка попробовать. Давай в два танка. Чуть-чуть. Два ляма не хватило, да? Да. Два ляма. У нас синтек ключ надевай, наверное. Да, синтека, одевай ключ, нахуй.
Че, бежим, че шо, нахуй? Ну да. Я знаю, как это исправить. Сейчас я зайду на ДК. Да не, не, сиди. Да нам урона хватало и когда ты напалишь был. Нет. Два танка, он на Хэлла будет заходить? Ну, пусть остается на паладине. Вас и вам тогда что-то шменять надо будет, да? Ну, добавить сейф твой. А там какой урон? Аркана идет, да? Аркана. Да, да. Аркана урон. Что-то там припоты не пишут, что чё, 2 ляма не хватило, блядь. Крополя не хватило. Но даже если бы этот хукмастер не умер, все равно бы не хватило по итогу, мне кажется. Ну, а был бы я на ДК, было бы плюс 3 ляма. Как раз таки. Ну, 8 человек только припоты пропили. Может ему на ДК зайти? Ну, так я говорю, что если я не буду их сейчас брать, то зачем? А ты в ретрике, да? А кто будет брать? Заходи тогда. Леха, оставайся в танке тогда. Угу. И же все равно у меня нет крыльев. Да, да, да. Заходи. А сальвы так не нужны сейчас были, в принципе. Сейчас зайду. По сейвам также остается, да, все? Да, да. Рыба. Где там Ляночка? Кукмастер, вставайте, давайте. У нас просто топовый ДПСР сейчас в танке нахуй хули. А чё там, нельзя как-то пати сделать, чтобы ШПшник захиливал? Вот с пасифеей, чтобы ШПшник был. С магом, чтобы он их захиливал. Потому что латники, они и так жирные нахуй. Ну нет ассиста. Дайте ассиста, сделаю. Какой топовый ДПСР в танке? Пред топовый. Вот я сделал. Кто это? На, Ванька. Ну еще сову вместо Седжа можно вот так вот. Вот. А, сейчас же Апродакс, да, у нас топовый. Чтоб ты их захиливал, так получше будет. Или можно взять Рианти. Сидит, чилит. Да, мы можете взять Рианти, кстати. Мы справляемся пока. Ну, еще да. Больше даст, чем ДК. Ну да. Ну, можно, будет. Не спорю, но... Ну. Я на давайте, блядь. Почили, если что. Да чё? Идите. Ты зашел? Мы давай. Так... Да, да, я на ДК. Ну все, сумоним. Че я себе ласку куплю хотя бы одну. Не чилить, а проносить кражан. В тяжких словах. Лапка. Масло есть. Вот и есть, смотрите. Давайте готовность. Сразу. Че там? Кульдеринг. Сейчас я чекну все. Рарник, сядь похавай быстренько. И пристабав по тутилару. Что, все готовы? Припоты пейте. Ой, сори. Thank you.
Вилаша не зыбка. Сакрабоид. Рахель Сакра. Сакра Холи Дринк. На полу в Линера, да. Сакра Лингрен. Антимагия Вилаша. Чалфир на хп. На полу Вилар. Незыбкая Вилаша. Что-то поздно сдвинулась, у тебя незыбка. Сакравоид. На полу Валиенграна. Сакра в Рахель. Прожмись, хук. Ну, не зубка есть. Через 2 секунды зубы по нему давай. Давай зубы. Сакра Клюдринг. Я завис. Сакра Лингрен. Что-то подлагивает. Я вообще простоял сейчас секунд 20. Сейчас что-то разлагивать стало. Просто кнопки слепую нажимаю. Ну да, первый трай был как-то менее лаговый какой-то. Играем, играем, пока живые все. На полу вывела. Вилаш, антимагия. Транквил на хп. Вилаша не зыбка. На полу в холидринках, да? Сакравоид. Бля, я немножко проебался, сори. Я там дал, я не знаю, меня подлагало, наверное, секунду. Удалось, нет, не знаю. Сакра в Рахель. Тутилар, прожми. БР Хурюка. Вадикон, быстро. Если сакра, есть... Хулидринг. Хулидринг, Сакра. Припоты там пейте. Сакра Лингрен. На тигеру у кого есть.
Падшим. Сакраль Лингер. Ну. 18 секунд. Пиздец. Есть БР второй, консилятора. Сейчас после есть. Топота. Мурлок. Захилю. Сейчас берста будет. 3 ляма, мы не добьем. 3 секунды, 3 ляма. Баблы нажимаем. У кого есть паладины? 800 тысяч осталось. Давай, Солянова, нахуй, ебаш. Ревность. Мы в 3 танка сейчас били. Да. Может, 2? 500к. Блять, а чё за лаги? В рот их выебать, нахуй. Чё за хуйня? Я вообще секунд 20 стоял, нахуй. Вот, если чё, то я здесь. Сколько у него? 6-15 берса, да? Нужно? Да, 6 да. ровно. 6 ровно. А, 6 ровно. Это ещё, блядь, 30 минут, 30 секунд продержались. Но... Спросил, не, ну если ровно. 2 танка, давайте, чё, 2 попробуем. Он токен будет забирать, если нет? Можно то... убрать вар одного, взять вот мага. Давай Святоса ну, уберём. Да, который там был, можно убрать. Не, вы типа спросите у консилятора. Заходи. Я зашел, блядь, давно. Сейчас так вас плюсую покрою. Тогда. Ёпта, ещё плюсовать. Пиздец, лаги ебаные, нахуй. Авилане, ты лагаешь, нет? ДПС, 370. Ну, такое есть. 370? Сколько? 370, ебать. Что, ну, маловато. Пиздец, как мало, на самом деле. Стоячего. Так ебать, лагало, пиздец. Мне кажется, там все заставили. Да, очень нет, подлагивало. Ну, как бы не сильно, но подлагивало, да. Ну, пролагивало временами. 600 тысяч не хватило. Ну, там тела лежали еще некоторые. Вот, блядь, буквально их пару тысяч не хватило. А сум есть? Бля, а я нет. Будет. Заебись. Сколько боссов в хэмке, блин? Мы целка не ходили. А куда вы ходили? Здесь два босса убили.